Правда, Анна, моя, которая... Здорово, конечно. А у вас я могу, я... В резиденции самого Далай-Ламы. Любой может прийти спокойно, походить, посмотреть, где они тут молятся. И службы ведут. Единственное, когда Далай-Лама, здесь очень тщательный обыск. Лучше сразу оставить телефоны и камеры в камере хранения. Потому что не разрешат точно ничего снимать. Девчонки что-то... А, фитилечки крутят. Зато дают такие приемники радио, наушники и переводят с тибетского на английский. Мне тоже дали, я могла его послушать учение немножко. Правда, он быстро говорил, и переводчик быстро говорил. Ну, хоть что-то. Обезьяна пришла. Девчонка снимает, а обезьяна пришла. Как бы там конфликт не произошел международный. О, мани под мехом. Какой у него причесон. Крутянский. Все, в принципе, что хотела, сделала. Монахов угощают едой. Кстати, я там что-то вижу, и не только монахи. Этот вопрос надо рассмотреть. А нет, это вот те, у которых бейджики. Те, которые были у Далай-Ламы, гости Далай-Ламы. Таких, наверное, прихлебателей, как я, туда не пустят. Хотя можно попробовать. Мне сегодня пишу подруге, что сейчас пойдем какие-то секреты выведывать, все такое, новости узнавать, новые репортажи делать. Она пишет: ты наша Мата Хари. Я говорю: а ты помнишь, чем закончилась ее печальная судьба, Маты Хари? Хотя, да, говорю, чем-то похоже. Вынюхиваю, высматриваю, выведываю, снимаю, но под прикрытием местного мужа. Так, а они куда собрались? На учение? Hello, darling. Hello. I know. Do you know who is it, Mata Hari? Mata Hari. Mata Hari, I never heard of her. Ой. Young woman, she was killed because she was spying. Spying? Spying. Yes. In China. I don't know. Я не знаю, в какой она стране-то шпионила-то. You must be spy for Tibet or China? No, she not for Tibet. Maybe for England. I don't know. Okay. В общем, надо узнать про коллегу. Сейчас приду, почитаю. Who killed her? Government. Which government? I don't know. Maybe England. I will check. Because today morning I sent message. You are our Mata Hari. I tell you, remember her this. Destiny. Her destiny. Ой, они читают мантры. Я пойду послушаю. I want to listen mantras. Daily. Ой, как хорошо. Так приятно слушать.
монахи или бывшие, или будущие монахи. Как у нас в Путапарте тоже всегда на омкар медитацию приходят собаки специальные. Очень любят они среди верующих посидеть. Хвостик вон пошел на учение. Кто хочет присоединиться к этой молитве, могут взять книжечки. Вот здесь они у них лежат. Let's go! Какая любовь! Вот такая любовь, да? А пешком почему не судьба пройтись? А, пепельница, он говорит, не хочу пепельницу. This is for candle. No. Candle. Darling, this is for ashtray here, not today. Для сигарет? Yeah. А я думала, пепельница. Ой, а я думала, для плавающей свечки. А какая разница, можно и плавающую свечку. Красивый Будда. Сядем, посидим на прекрасном-прекрасном фоне. Ой. Как-то вот так вот надо, чтобы усесться, чтобы видеть и там, и тут. Может, даже ноги пока вытянуть, пока никого нет. Beautiful, beautiful. Попугаи, где попугаи? Ой, я сегодня такую птичку видела, вот такую маленькую, вот калибри такая прилетела. I saw today this size bird, this size, very small, как бабочка. Вот где королевская эта жизнь, royal the life. В любую сторону он открывается. Это вот непальский стиль. Это из Джайпура. Ой, какая прелесть, как молитвенные барабанчики маленькие. Гайчики, крестики. Серебряная говорит. Говорит серебряная. Ракушка вон внутри. О. Короны. Ну а чего? Я же не дикая. Знаю, что такое ом. Даже мандалу рисовала. Thank you. Thank you. Нет. Туристы приехали. Вот где он массаж принимал и где он массаж получал, и к доктору ходил. Сверху я заприметила швейную машинку. И мы дали ему штаны Саши. Ага. Пошить его штаны. Вот он, брюки. 4:05 вечера, говорит, будет готово. Что-то кричит. Mm-hmm.
А я не буду. Я не буду, нет, нет. А, для меня, говорит, посмотри, сколько я вешу. Давай, вставай. Шестьдесят девять с половиной, говорит, но это весит 69. Кошмар, кошмар. Понижает мою самооценку. Ой, сори. Первый покупатель. Саши получил радостное известие, что он 69 весит. А мошки? Вот такие. Здесь сумочки. Вот все в основном такого стиля. Вот такого стиля сумочки. Very nice. Хорошенькие сумочки. А, это без веревочки. This one is legacy. And this one they have this one. Uh-huh. You hold like this. Ага. Yes. А мы идем в эту популярную лавку, где готовит очень вкусный нан парень. Вот он продает вот в таких вот тарелочках по два нана. Мы хотим с ним договориться. Я открыла новый канал о готовке. Решила просто отдельно разделить и сделать один канал только о готовке. Он называется «Готовим с Ириной Хинди Лайф». И я хочу научиться именно у него, вот прям вот по всем законам, как он готовит, мальчик, чтобы с утра прийти, посмотреть, как он замешивает тесто. Yes. I will come. Yeah, we'll come tomorrow morning. Tomorrow, okay? Yeah, we'll thank you. Namaste. Вот как хорошо, как здорово. Завтра у меня будет шанс снять настоящий нан, который готовят здесь, в тибетской общине, можно сказать, в тибетской части Индии. Поэтому, конечно, инструктор и пассажир, все видео о готовке я теперь буду на тот канал выкладывать. Все, что я буду смотреть или сама готовить, или Саши готовить, или будем находить поваров с разных стран, а еде будет там. Поэтому я сделаю ссылку на этот канал. Заглядывайте иногда. Ага, здесь. Он сейчас спросит, там что нам надо. Меня сегодня спросили, ходят ли здесь в трекинг. В трекинг ходят. На один день, на два, на три, на четыре и даже на шесть. В любой можно лавке туристической спросить. И также можно даже вот на парашюте покататься. Ну и джип-сафари. Ну все, что нужно, пожалуйста, вот в этих лавках можно, в туристических букингах. Maybe we should buy for 12. Окей. Так. What do you want now? Press. Yeah, and also Pepsi. Pepsi. Пепси. Холодный Пепси, говорю. Вот что тебе, говорит, надо для счастья? Я говорю, отдохнуть. Я что-то сегодня вообще в 3 часа ночи проснулась. Дождик был. И так хорошо. Хотя, с другой стороны, спи да спи под дождик. Нет, я проснулась. Ну все, пепси купили. Можно идти отдохнуть. Всем тоже хорошего дня, хорошего отдыха.
хороших мыслей. Ой-ой-ой. Давай, он за газетами. Сейчас мне будет палить информация. И это хорошо. Я хоть буду знать, что творится в нашей Индии. Ну и вообще в нашем мире. Не только Индия, Россия наша. Вся земля наша. Mother Earth. Намасте. Как он мне нравится. Красивый такой, замечательный дяденька. Главное, у него добрые-добрые глаза. Вот такой вот приятный. Намасте. Я его видела. Darling, I need like this little bit clean our room. Ага.